Здравствуйте. Наверняка многих из вас волнует вопрос, как попасть на телевидение. Есть, я считаю, три важных пункта. Это желание, это внимание и индивидуальность. С желанием у вас все в порядке, я уверен. Вы все очень хотите, хотите заниматься творчеством этим делом, хотите в кадр. Желание – это наша энергия. А внимание – это то, куда мы направляем нашу энергию. Это правило работает везде. На сцене, там, где внимание актера, там его энергия. В кадре, в жизни. Не старайтесь притворяться, не старайтесь быть кем-то другим, будьте собой. Это важно, потому что нам очень интересны люди. Нам очень интересно заглянуть в жизнь человека, узнать, какой он. Нам интересны люди, которые отличаются от нас. Если человек кого-то копирует, пытается быть кем-то, он нам не интересен. Потому что есть оригинал, а копия всегда хуже оригинала. Самое большое удовольствие, конечно, я получаю в театре. На сцене ты получаешь тот кайф, который ты не испытаешь нигде. Ну, это особое удовольствие. И попробовав это единожды, по-настоящему почувствовав кайф театра, как бы, уже от этого очень сложно отказаться. Мне всегда было интересно работать над новыми персонажами. Это и есть творчество, когда из ничего появляется что-то новое. Это же магия. И в этом прелесть как бы творчества. Когда ты ничего не было, но ты силой своей мысли, идеи взял и создал что-то новое. Вообще, страх публичных выступлений – второй хит-параде страхов. Этот страх дает нам энергию. Мандраж. Перед выходом на сцену то, что вот тут клокочет внутри и не дает вам вымолвить и слово, это энергия. И надо ей дать выход. В тот момент, когда вы репетируете, когда вы играете, когда вы что-то делаете, надо делать это на 100%. А потом оставлять это там, приходить домой и заниматься домом, там, своими любимыми делами, слушать любимую музыку. Шанс есть у каждого. Вопрос только в вашем желании. Насколько вы этого хотите, насколько вы горите, насколько вы готовы идти на какие-то жертвы, не знаю, как много времени вы готовы уделять своему занятию. Если вы этого действительно сильно хотите, то у вас все будет, все получится. Вот все, чему я научился, все, что я умею, я научился в вашем возрасте, по сути. Поэтому дерзайте, если у вас есть возможность учиться чему-то новому, пробовать что-то новое, обязательно пробуйте это. Все, что вы получите там в этой школе, это вам обязательно пригодится. Поэтому ставьте цели и достигайте их. Я желаю вам удачи, я уверен, у всех у вас все получится. Спасибо. Вот это да! Ничего себе!